пошла на обгон по запрещенной, я так понимаю, там сплошные, соответственно, цепанула Сузуки CX-4, и мне в левую часть в лоб вылетело просто-напросто. Вот и все. То есть он уже ехал по встречной полосе фактически, да? Конечно. За рулем женщина. За рулем женщина. Движение, как говорится, ей совсем не едет. Надо было обогнать. Вот там же бель, соответственно, занесло, как я понимаю. И вот первую машину цепанула, вторую вот у меня вошла. Просто-напросто.